специальности: стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, экзаменационная станция, препарирование твердых тканей зуба или пломбирование кариозной полости. Вы врач-стоматолог. В кабинете вас ждет пациент. Его анамнез собран, особенностей нет, осмотр проведен, поставлен диагноз К02 кариес. Данные пациента и ранее проведенные манипуляции отражены в медицинской карте стоматологического больного. Местная анестезия проведена. Информированное добровольное согласие подписано. Проведите препарирование или пломбирование кариозной полости стеклоэномерным цементом, соблюдая правила асептики и антисептики. Метод лечения указан в медицинской документации. Все действия, которые вы будете производить, необходимо озвучивать. Добрый день, меня зовут Шиянова Анастасия Дмитриевна, врач-стоматолог-терапевт. Представьтесь, пожалуйста, назовите полную фамилию, имя, отчество и дату рождения. Здравствуйте, Иванов Иван Иванович, 35 лет. Иван Иванович, вам удобно? Удобно. Сегодня мы с вами проведем пломбирование кариозной полости. Первый класс по БЛЭК, кариозная полость отпрепарирована ранее. Информированное согласие вами получено. Обрабатываю руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны гигиеническим способом. Контролирую сургонность материалов и целостность упаковок. Проверяю наличие зеркала стоматологического зонда, пинцета, гладилки серповидной, гладилки со штопфером малой, гладилки со штопфером большой, боров цилиндрического, шаровидного, фиссурного, оливовидного, пиковидного. Наличие финишных головок для микромотора, полировочных головок для микромотора. Проверяю наличие контейнера для отходов класса Б. Занимаю правильное положение справа от пациента. Опускаю пациента. Вам удобно? Удобно. Включаю свет. Надеваю последовательно шапочку, маску и перчатки. Контролирую работу турбинного наконечника, микромотора. Откройте, пожалуйста, рот. Провожу осмотр места препарирования с помощью стоматологического зонда и зеркала. Удостоверяюсь в качестве препарированной кариозной полости. Провожу изоляцию протоков слюнных желез с помощью ватного ролика. Устанавливаю слюноотсос под язык. Капаю антисептик. Провожу антисептическую обработку с помощью антисептика на ватном шарике. Высушиваю кариозную обработанную полость с помощью пустера. Провожу замешивание стеклоэномерного пломбировочного материала пластиковым шпателем согласно инструкции. Вношу пломбировочный материал с помощью гладилки. Моделирую с помощью гладилки и штопфера. Жду затвердевания материала. После затвердевания материала убираю слюноотсос. Удаляю ватные ролики. Провожу коррекцию материала по прикусу с помощью артикуляционной бумаги. Закройте, пожалуйста, рот, постучите. Открывайте. С помощью оливовидного бора на турбинном наконечнике провожу коррекцию пломбы по прикусу. Закройте. Повторно проверяю артикуляционные контакты с помощью артикуляционной бумаги. Закройте, постучите. Коррекция проведена. Дальше обрабатываю полировочной головкой на микромотор. Проверяю качество поставленной пломбы с помощью зонда и краевое пролегание. Процедура завершена, можете закрыть рот. Иван Иванович, вам все удобно? Удобно.
Даю вам рекомендации. Вам необходимо не принимать пищу в течение 2 часов и не принимать красящие продукты в течение суток. Выключаю свет. Отправляю Бора в стерилизацию. Снимаю перчатки, утилизирую в контейнер для отходов класса Б. Снимаю маску, утилизирую ее в контейнер для отходов класса Б. Обрабатываю руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны гигиеническим способом. Процедура завершена. Заношу данные в медицинскую документацию.